Всем привет! Мы в прямом эфире. Ждем, пока все подтянутся. Ой, Яся сегодня самая дисциплинированная. Яся, привет! Привет, привет! Пока еще у меня руки свободны, я могу вам махать в ответ. Ой, Наталья, здравствуйте. Это значит, Ангелина и Милана тоже нас сегодня будут слушать. Отлично. Угу. Нас становится больше. Сегодня 30 апреля, и я вроде бы планировала изначально до 30 апреля читать сказки. Нам нужно посоветоваться, насколько это все вам интересно, нужно. Будем ли мы продолжать дальше, ну, пока у нас время карантина и самоизоляции. Есть ли необходимость встречаться? Вот, по возможности напишите мне, пожалуйста, об этом. Так, время 12:03. Ну, еще буквально пару минут. Я видела, что смотрели в записи Милана, смотрел Кирюша. Вот. Здравствуйте. Пока еще могу помахать. Ну что, начинаем тогда, да? Вот Саши нету, ну, не знаю, наверное, попозже присоединится. А может быть, посмотрит в записи, что тоже очень неплохо. Мы берем в ручки колокольчик, точнее беру я, и пою для вас песенку. Колокольчик поет, малышек себе зовет. Так, а теперь вы поете песенку мне, да? Только громко-громко. Здравствуй, Оля, наш дружок, звонки колокольчик тебе поет. Прям слышу, как вы мне хлопаете громко-громко. Вижу, к нам кто-то присоединяется. Я очень всем рада. Уважаемые родители, если вы хотите, чтобы я поприветствовала ваших деток лично, напишите мне, пожалуйста, как их зовут, я с удовольствием вам передам привет. Женя пишет, мы без вас не сможем, ждем всегда с радостью, вы знаете, знаю. Да, это мне очень приятно, да, и что вы меня ждете. Ну, в общем, я с удовольствием продолжу. Ой, Милана к нам присоединилась, Рая, здравствуйте. Так, я еще успеваю нажать на кнопочку помахать. Так, давайте с песенками определимся. Начинаем мы, как всегда, с нашей песенки. Для этого вы приготовите маленькие-маленькие пальчики. Хочу сказать, что сегодня давайте-ка вспомним песенку «Прогулка». Пока мы тут будем прыгать с ребятнёй, приготовьте, пожалуйста, игрушки, которые мы будем выгуливать. Отведем на прогулку, погуляем и уложим спать. Вот. А сейчас приготовились песенку петь про мальчика-пальчика. Ну-ка, приготовили маленькие пальчики. Приготовили? Ну-ка, не вижу, не все показали пальчики. Вот теперь вижу. Ну-ка, приготовились и вместе со мной громко-громко поем. Угу. Мальчик с пальчик, где ты был? Я на речке братьев мыл. С этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, с этим братцем песни пел. И другая ручка. Мальчик, мальчик, где ты был? Я на речке братьев мыл, с этим братцем в лес.
я вижу, к нам присоединился Кирюша. Кирюша, привет! Так, Тамара пишет, нам нравится, мы хотим продолжать. Хоть так пообщаемся, отлично. Мне приятно, что даже взрослые смотрят наши сказки. В смысле, мои? Ну, немножечко ваши, да? Так, следующая песенка. А давайте мы споем сегодня песенку «Где же ручки?». Приготовились? Спрятали ручки, потом ножки, а потом я буду искать вас. Приготовили ручки. Спрятали за спинку, спрятали, спрятали. Где же наши ручки, наши ручки? Где же наши ручки, наши ручки? И где же ручки? Вот ручки, наши ручки, пляшут, пляшут наши ручки, пляшут, пляшут наши ручки, поплясали, стоп. Ножки! Где ножки? Спрятали ножки, спрятали! Ножки, наши ножки, где же наши ножки, наши ножки, наши. И покажите мне ножки! Вот ножки, наши ножки, пляшут, пляшут наши ножки, пляшут, пляшут наши ножки, поплясали стол. Детки, где же мои детки? Где мои детки, мои детки? Наши детки, где же наши детки, наши? Детки наши, детки. Вот детки наши, детки пляшут, пляшут наши детки, пляшут, пляшут наши детки, поплясали стол. Какие молодцы все! А ну-ка, все ребята нашлись. А ну-ка, Яся здесь, а Милана нашлась, Кирюша, а где Кирюша? Там и Милана с Ангелиной тоже прячутся от меня, да? Все на месте. Все нашлись. Так, а теперь давайте песенку споем про червячков. Я знаю, что Яся ей порадуется. А после червячков споем любимую песенку Миланы про зайку. Так, 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 червячки. Приготовились? У нас есть две руки, две руки, две руки. Мы совсем как червяки, совсем как червяки. И танец какой? И у нас уже готов, уж готов, уж готов. Новый танец червячков, танец с червячком. Будем хвостиком вилять, всем вилять и вилять. И извиваться, приседать, немножко приседать. Ручки можем раскачать, раскачать, раскачать. Ножкой можем побахать, ножем побахать. Пальчиками поболтать, поболтать, поболтать. Каблучками постучать, постучали, постучали. Немножко постучать. Носиками помотать, помотать, помотать. Головами покивать, можем покивать. И снова. Хоть у нас есть две руки, две руки, две руки. Мы совсем как червяки, совсем как червяки. И снова. Можем снова показать, 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 как умеем танцевать, умеем танцевать. Какие вы все молодцы! Я громко-громко вам хлопаю. Вижу, к нам присоединяется. Ага! Вот там. Машенька, здравствуй! Всем очень рада. Так, это значит, нас Ксюша маленькая слушает. Отлично. Следующая песенка, любимая Миланина, мы споем про зайку. Приготовились прыгать? Вспомнили, как зайка прыгает? Ну-ка, прыг, 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 кто выше? А как зайка шевелит ушками? Вспомним? А ну-ка, вот как шевелит. Ну-ка, а теперь вместе с песенкой. И... Зайка прыгал, 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 прыг, прыг, прыг. Хвостики! Хвостиком машем, машем, машем. Ушки, ушки. Ой! И зайка снова прыгаем, прыгаем. Прыгал, прыгал и усал. Хвостики! Ушки! Ушки! А теперь шевелим. И услышал зайка тихий, очень тихий звук. Посмотрел по сторонам. И прыг! Ну что? Какую песенку теперь еще споем? У меня, я бы хотела спеть песенку «Прогулка»,
Готовы ваши куклы? Ой, я сейчас тоже возьму куклу. У меня будет вот такая кукла. Вам нравится? Я буду гулять с таким зайкой. А у вас какие игрушки? Ну-ка, покажите мне. Покажите, покажите. Ну что, приготовили? Так, и пошли гулять. Обняли кукол и пошли. Гуляем, да? Наших кукол мы берем, с куклами гулять идем. Как погода хороша, мы шагаем не спеша. А теперь за ручки и кружимся. За ручки взять, вместе с ними танцевать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пляшет куколка моя. А теперь спать укладываем. Баю-баю, баю-бай, поскорее засыпай. А теперь все вместе. Уложили кукол? Спят ваши куклы? Я сейчас тоже положу своего зайку спать, и мы можем с вами начать читать сказку. Договорились? Теперь я переключаю камеру на книжку. И будем читать сказку. А про кого сказку читать будем, помним? Про кого? Про маленького рыжего котенка. Точно? Так. Ну-ка, смотрим. На картинку. Собачка. Угу. И уже знакомый нам кот. Собачка на поводке и в наморднике. Видите, да? И называется эта глава «Когда начинают кусаться». На пса надели намордник. Вот он. Видите? Он не может рот открыть. Кот пришел и забрал у пса кость. Какой хитрый кот. А пес только рычал и не мог укусить кота. Не мог, да, потому что ротик у него закрыт. Это называется намордник, сказал щенок котенку. Правда, очень красивый? Очень красивый, согласился котенок Гав. Ребята, вам кажется, красиво это? По-моему, пес большой не согласен с нашими героями, да? Как-то ему не нравится намордник. «Как ты думаешь?» – спросил щенок. «А можно его померить?» «Можно!» – решил котенок. И щенок с котенком стали стаскивать намордник с пса. Как только пес остался без намордника, он сразу же погнался искать кота. А щенок и котенок стали мерить намордник. А ну-ка посмотрите, ребят, как раз им намордник или нет? Нет, большой, да? Смотрите, они вдвоем аж в него поместились. Тут прибежал пес и вытряхнул щенка и котенка из намордника. «Когда я вырасту, мне тоже подарят намордник», — сказал котенок котенку щенок, — «чтобы я не кусался». «Разве ты собираешь кусаться?» — удивился котенок. «Нет», — сказал щенок, — «не собираюсь. Но когда я вырасту, может быть, и мне захочется». Ну вот, сказочка сегодня закончилась. А ну-ка давайте, как мы приговариваем. Вот и сказочки конец. А кто слушал? Молодец! Вы у меня молодцы!
Молодцы. Так, сейчас я поставлю телефон, освобожу руки. Я всем хлопаю, всем моим молодцам. Так, я вижу, что присоединился к нам Саша. Машенька, ничего, что опоздали. В записи посмотрите. Я очень рада, что вы все равно до нас добежали. Так, а что мы сегодня будем делать? Вот сказку мы прочитали. Что нам остается еще сделать? Ну-ка, не слышу. Что будем делать? Тушить свечку? А для того, чтобы тушить, что нам нужно сделать? Нам нужно зажечь огонек, правда? Сейчас зажжем огонек и будем тушить вместе. Ну-ка, приготовились. Давайте прям с первого раза. Дуем сильно-сильно. Угу. 3, 4. Ура! Все молодцы! Так, но мы сегодня еще что-то не сделали. А ну-ка, кто мне напомнит, что мы не сделали сегодня? Мы не рассказали какой-то маленький стишок. Да, и все наши куклы остались без сушек, без блинов и ватрушек. Ну что, накормим? Приготовили свои ладошки? Приготовили ладошки. Покажите мне, как вы делаете сушки. Ну-ка. О, какие вы молодцы! Сушки, да, Яся мне подсказывает. Все правильно, Яся, сушки. Ну-ка, приготовили свои ручки и дружно начали. Давайте сначала без движений, да? Сушки. Пирожки, блины, ватрушки. А теперь вместе. Ну-ка. Сушки. Пирожки. Ручки вот так сложили кругленькие, да? Блины, ватрушки, да? Ну, давайте еще разок, да? Приготовили пальчики. И сушки. А теперь пирожки, блины, ватрушки. Ну все, теперь мы всех кукол своих накормили. Наши куклы после прогулки проснутся, и мы их всех накормим. Сашенька пропустил песню «Прогулка». Маша, мне интересно, он, наверное, ее вспомнит, любимая песенка Сашина. Ну что, друзья мои, я очень рада была вас сегодня видеть. Спасибо большое, что вы пришли, что вы пишете мне комментарии. Я по ним могу понять реакцию ваших детей. Вот еще раз озвучу то, что говорила в начале. Сегодня 30 апреля, и изначально мы договаривались до 30 апреля читать сказки. Я с удовольствием продолжу, если это вам интересно. Для этого, пожалуйста, напишите мне. На сегодня я с вами прощаюсь. Очень всех люблю, скучаю. И надеюсь, до скорых встреч. Пока!